2 августа в историко-культурном центре открывается фотовыставка под названием «Иди и смотри, 21 век». Ее автор – житель города Видное Владимир Гриневич. Он работает видеооператором на одном из федеральных каналов и свои снимки делает во время многочисленных командировок. Нынешняя экспозиция почти целиком посвящена спецоперации на Украине. Фотографии Владимир делал, когда съемочная группа заходила вместе с российскими войсками на ту или иную территорию. Завод «Азовстали», пленение бойцов батальона «Азов», порт Мариуполя и работа пожарных в Донецке после обстрела. Беспристрастно художник фиксировал события, которые бесспорно войдут в историю. Фотографии интересны тем, что они показывают то, что видит оператор. То, что видит оператор то ли в горячих точках, то ли в каких-то других местах. И человеку, который не знает, что такое операторская работа, да, ему интересно посмотреть, что это на самом деле. Поэтому я считаю, что это очень интересно. Это уже третья персональная выставка Владимира Гриневича, организуемая сотрудниками историко-культурного центра. К сожалению, сам автор не сможет на ней присутствовать. Он в очередной, третий по счету командировки в Донбассе. Но выход из ситуации был найден. Если все получится, планируется прямое включение, чтобы автор вместе с нами присутствовал на своем открытии. И если все сложится удачно, то, возможно, даже получится задать ему вопросы. Еще раз напомним, что открытие выставки пройдет 2 августа в 12 часов в историко-культурном центре.